Всем подписчикам привет! Провожу сеанс домашней терапии по устранению дисфункции мейбомиевых желез с помощью аппарата, который был сделан, изготовлен и применяется мной на основе тепловой трубки термосифона. Сеанс заключается в следующем. Мы подогреваем небольшое количество воды в термокружке, которая должна быть подогрета до температуры 50-60 градусов, то есть палец терпит, должен терпеть. Вот температура у нас здесь 60, даже немножко лишняя. Опускается кончик этого аппарата, в который заправлен ацетон в эту самую тепловую трубку. Ацетон начинает кипеть, так как нет воздуха, и мгновенно тепло это передает на свой рабочий орган. Вот он, вверху орган. Это у нас кончик аппарата нагревается до температуры, которая позволяет прогреть нам именно веки, нижнее и верхнее веко. Мы прогреваем до температуры порядка 45-50 градусов. Это температура, необходимая для расплавления вот этих загустевших секретов, этих мейбомиевых желез, через которые идет смазка потом роговицы глаза. И нарушение в работе вот этих мейбомиевых желез, то есть их закупорка, вызывает у нас синдром сухого глаза. То есть глаз, пленка разрывается и недостаточно смазывает, испаряется быстро слезная жидкость. Получается у нас искажение зрения и так называемый сухой глаз за счет того, что высыхает пленка слезы. Так вот, американцы придумали устройство ТРКары, которое я ссылку дам, на которое прогревает конкретно веки верхнее и нижнее до температур, которые расплавляют эти самые секреты восковидные. Они попадают к нам из-за того, что пища избыточна у нас сейчас тяжелыми липидами, особенно это грешат сейчас продукты питания, в которых очень много этих тугоплавких веществ. И просто организм не успевает их расплавлять, и они в виде восковидных отложений у нас накапливаются в этих самых протоках желез. Но американцы просто прогревают и потом выдавливают, то есть с помощью пинцета устраняют. А вот с помощью этого аппарата можно это делать самостоятельно. То есть вы кончиком этого прибора проходите по железе, он прогрет у нас до температуры. И содержимое вот этого восковидное вы просто выдавливаете на до устья железы с верхнего и с нижнего века. И потом постепенно, так постепенно, вы освободите протоки этих желез от забивавших их восковидных веществ. Таким образом восстановится функция этих самых желез постепенно. И у вас искажения эти зрительные пропадут. Не нужно будет закапывать все эти увлажняющие капли, которые просто выключают их из работы. Вот такой простой прибор. Основан на тепловой трубке, это термосифон, которая заправлена ацетоном. Ацетон кипит у нас при температурах 52 градуса. И через клапан этого устройства, это клапан шреддера для заправки кондиционеров, он впаян в конец этой трубки, заправлен ацетоном в количестве 5-6 грамм. И прогнан, то есть воздух оттуда удален. И суть в том, что этот ацетон кипит при температурах около 50. И парами прогревается вот этот кончик. Этот кончик удобно нам как раз для прогрева вот этих самых век. И затем для массажа, самостоятельного массажа, который вы можете осуществлять сами. Вот такой вот интересный аппарат. Спасибо всем за внимание и
пытаетесь устранить все это сами.